Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вас приветствует Вадим. Товарищи также обязательно. Товарищи лучше, чем дамы и господа. Ну я так, это мое субъективное мнение. Значит, вашему вниманию предлагается земельный участок. 32 сотки, состоящие из двух участков. Значит, впереди у нас 20 соток в собственности и 10 соток в аренде сзади. По кадастровым номерам все посмотрите. С электричеством, значит, ну, разбираться нужно. Хозяин подал заявку, но до конца не довел. Там все ковидное это время было. Вот, что тут, в общем, нужно решать. С газом по границе в деревне Песочня. Песочная. Шикарнейшая деревня. 90 километров от МКАД по Ярославскому или чуть дальше по Щелковскому шоссе. На берегу реки. Рядом тут деревни Гидеева, Перематкина, Снетинова, Площева Вот там в сосновой Борде, у нас э, река находится. Стоимость будет указана в тексте объявлений под данным видео. Также э, на нашем сайте anzl.ru агентство недвижимости Золотое Кольцо благополучия» Посмотрите фотографии: э, летние, осенние. Вот сейчас зимой приехал переснять данный объект недвижимости. Но тут у нас после этих температурных качелей приходится мне на лыжах, так сказать, все это делать. Вот. Но к чему я хочу, так сказать, все это дело вам предоставить? Готовь сани летом, телегу зимой. Участок шикарнейший, ну просто обалденный. Значит, забор с одной стороны у нас соседский, бытовка на участке. Еще раз повторюсь, 32 сотки состоит из двух участков. Вот эта передняя часть, она 20 соток, и сзади 12 соток, но 12 соток в долгосрочной аренде. Ничего в этом нету, я уже по этому поводу видео делал. Можно не покупать задний участок, просто хозяин один. Вот. Можно купить передний участок. Но данное видео к участку 32 сотки, деревня Песочная, Песочня. Ну, места просто обалденные. Я настоятельно рекомендую приобрести данный земельный участок. Он считаем эксклюзивный, почти крайний. По кадастровым номерам посмотрите. Значит, слегка тут на нем березки, другие породы деревьев. И еще раз подчеркиваю, река у нас вот там. Шикарнейшая река. Зимняя красота, уважаемые дамы и господа. 32 сотки. Видно. Значит, сосед, где вот этот прекраснейший, шикарнейший, красивейший дом построен, приезжал сюда. Ну вот там наш земельный участок 32 сотки. Речку посмотреть получится только краешек, а на летних, осенних фото и видео вы увидите ее всю красоту. Ну, я думаю, она подзамерзла. Она достаточно глубокая, поэтому вот то, что вы видите сейчас, небольшой участочек воды, это просто подтверждение того, что она есть. А так она серьезная, хорошая река. По местным меркам я подчеркиваю. Земельный участок 32 сотки, состоящий из двух участков смежных, 20 соток в собственности и, а, значит, сзади него 12 соток в а, долгосрочной аренде. Можно купить 20 соток. Ну, хозяин один, поэтому, а, значит... Ну, я э, уже говорил, видео записывал, ничего страшного в долгосрочной аренде нету. Можно перевести в собственность. Деревня песочная, шикарнейшие деревни, шикарнейшие места. Оказываем услуги в сфере электрификации, газификации объектов недвижимости. Ну и основной вид деятельности это все, что связано с недвижимостью, в том числе, кому это э, важно, перевод из э, аренды в собственность. И основной вид деятельности это все направления в сфере недвижимости. Вадим, агентство недвижимости ⁇ Золотое кольцо благополучия ⁇